Дима Билан в своем инстаграме опубликовал видео, на котором нежно обнимает Викторию Короткову и Дарью Клюкину, двух финалисток популярного шоу «Холостяк», где главным героем был Егор Крид. Друзья, вы ждете? Я жду. Вика ждет. И я жду. И Даша ждет. И пусть весь мир подождет. Дима Билан остается одним из самых завидных холостяков страны. Ему постоянно приписывают романы с разными девушками, и не только с девушками, но пока музыкант не спешит связывать себя узами брака, говоря о том, что у него слишком много работы, и не каждая девушка выдержит его график. Скажи мне хоть пару слов. Oh, yeah. Сексуальный подтекст почувствовали подписчики Билана, которые стали писать комментарии, что певец хорошо смотрится и с Коротковой, и с Клюкиной. Хорошо смотритесь, кого ты выберешь в итоге, фанаты заваливают его вопросами. Оказалось, что Клюкина приняла участие в съемках клипа на песню «Молния», новый хит певца. Даша! А! А чего тебя все ищут? А чего меня и искать? Ну, я здесь. По сюжету Даша предстает в разных образах. Это ты, это я, между нами молния, с электрическим разрядом 220 вольт. А вот что делает рядом с Биланом Короткова, пока остается загадкой. Возможно, она также задействована в клипе, но пока об этом нет информации. Но самая главная фишечка в том, что на Диму внезапно обиделся тот, кому должно быть все равно. Егор Крид, который назвал Дашу победительницей шоу и не стал строить с ней отношения после проекта по каким-то своим причинам. У нас есть ряд предположений, но сегодня не будем о них говорить. Для холостяка это все пустяк, главное мне не напиться. Можно обещать, это я мастак, но обещать не значит жениться. Как удалось остановить, Егор отписался от Дмитрия спустя несколько часов после появившихся сообщений об этих съемках. Как же я не люблю, когда мне портят с утра настроение. С утра ты еще более восприимчив к этому. Ну ничего, доброе утро. Мало того, отписался он и от продюсера Билана, Яны Рудковской. Сама Рудковская в интервью удивилась. Отписался? Я даже этого не заметила. Не понимаю, на что обиделся Егор, вроде бы я не уводил у него девушку. Как думаете, будет еще какое-то развитие событий? Пишите свои варианты в комментарии, ставьте лайки, если понравилось видео, подписывайтесь на канал, вступайте в наши группы в Инстаграм, ВКонтакте, в Телеграм, где удобнее будет вам. Все ссылки под видео.